66 лет назад, в июне 1949 года, десятки тысяч греков были депортированы из Абхазии. Они потеряли имущество, богатые хозяйства, в их дома вселились переселенцы из Западной Грузии. Это была самая настоящая катастрофа. Греческая община в последующие десятилетия уже не смогла в полной мере восстановиться. Харламбий Политидис помнит события 1949 года. Ему тогда было 9 лет. В 1949 году, помнится, я был мальчишкой. В тот июньский день, точно не помню, на главном причале рыбу ловил, прибежал соседский мальчик, говорит: Харламбий, бегом, вас высылает. Пришел, увидел, прибежал, естественно, во дворе, нынешняя улица Сахарова, дом номер 20, Студебекер, мама в слезах, но ее не пускали солдаты, где я? И отвезли в Киласури, там, значит, целый огромный состав, эшелон теплушек, загнали в теплушки, и 2 недели везли в Казахстан. И я вот помню, как нас загнали в теплушки, вот теплушка, вы представляете, это товарный вагон, так? Вот, там было, устроили 3 нар. Посредине теплушки, как вроде бы как туалет, но дырка была высверлена, понимаете? Вот. И так, вот в одну теплушку нас загнали, 60 человек мы были. Вопрос в том, что воды-то не хватало. Когда-то семья Политидиса жила в самом центре Сухума. Вот это было моего деда, Политидис Константина Георгиевича. Вот. Потом большевики экспроприировали, но мы жили здесь. А затем, в 1949 году, отсюда нас сослали и заселили грузин. Наши вот эти все комнаты и так далее. Да. Ну а сейчас уже грузины бежали. Какой-то гражданин, я уже не знаю, как его, кто он, ни фамилии, ни имя, он весь этот дом и двор, усадьбу приватизировал и построил это великолепное здание. У Харламбия есть своя версия политических процессов, ставших первопричиной этой трагедии. Территорию от Синопа на побережье Турции, и эта цепочка, понимаете, длинная, которая захватывает 40% территории Причерноморья турецкого нынешнего до Батума, это территория бывшего понтийского греческого государства. И это рассматривалось грузинским руководством Советского Союза для того, чтобы приходить в состав Грузии. Но коль скоро так, поскольку от Батума до Керчи сплошняком было очень плотное греческое население повсюду. Нужно было вообще греческий дух ликвидировать. Но греки могут выжить где угодно. Первый год было ужасно плохо, когда нас уже выбросили. Но я вам хочу сказать, советская власть, тем не менее, имела и плюсы, и минусы. Нам сразу же, кто вас желал, начали выдавать по 25 соток земли под огороды. Следующий год мы столько, понимаете, значит, и арбузы, и фасоль, и помидоры, всего, даже кукурузу посадили, так очень богатая земля, понимаете. Там. Греки теряли имущество и земли 3 за последний век. Мой дед в свое время, понимаете, построил на Октябрьской 20, сейчас Сахарова, по-моему, 20, дом из 20 комнат. Пришли большевики, экспроприировали, потом нас выслали в Казахстан. Сейчас опять экспроприация? За что? Но дело не только в имуществе. Грекам пришлось 3 за последние 1,5 века покидать родную землю. Это бездна человеческого горя.